Всем привет, с вами Матвей Белов, и сегодня я сделал макет четырехэтажного табло, притом действующий. Я его подключил к приказу PL2309. Но сам макет выполнен из картона и бумаги, а также склеен скотчем. Но работает он прям как настоящее табло на четыре этажа. Но только тот четвертый этаж не горит, сама четверка единственная, так как у меня... Только что, можно сказать, перегорела вот лампочка от четвертого этажа. Поэтому четвертый этаж сегодня загораться не будет. Будут только первые три. Вот, ну что ж, показываю, как оно работает. Значит, сейчас я нажимаю цифру 1. Вот, и у меня загорается цифра 1. Вот. Отпускаю, нажимаю цифру 2. Загорается двойка. Вот, все как в настоящем табло. А чтобы загорелась цифра 3, здесь мне нужно будет переставить вот отсюда, вот сюда. Так как лампочка не на 6, а всего лишь на 2,5 вольта. Сейчас я... Вот. Она так еще горит необычно, она маленькая такая. Поэтому вот она загорается в самом краю. Надо будет ее поправить ровно, чтобы прямо под цифрой 3 загоралась. Вот цифра 3 горит. Вот, сейчас переставлю обратно на обе батарейки, значит, на... И еще раз покажу работу цифр 1 и 2. Сейчас. Ну, типа, немного не контачит иногда сейчас. Сейчас. Надо так вот пошевелить немного и... Сейчас она загорится, только чтобы включалась. О! Вот. Загорелась цифра 1 и цифра 2. Вот. Цифра 2 и цифра 1. Вот, кстати, сам приказ. Вот такой. 75-го года. И сейчас я покажу, как оно выглядит изнутри табло. Вот. Значит, вот они, три лампочки. Раз, два, три. И тут должна быть четвертая, но она перегорела. Как раз-таки четвертый патрон я взял из вызовника ВП-710, так как у меня не хватило. Вот горят первые две лампы как раз на 6 вольт. И вот горит на 2,5. Все, спасибо всем за просмотр. Ставьте лайки. Всем пока.